22.14. 22.14, творческий режим. Короче, я знаю, что наконец-то добавили генерацию болот. Я видел скриншоты какие-то. Вот. И все нормально. Сейчас, поехали. Я сначала найду, посмотрю сам, а потом уже буду смотреть и читать обновление, которое там вышло. Блять! Пацаны, второй день шкаф работает. Походу Бородор получает приз за самый лучший подарок на день рождения, потому что второй день реально работает шкаф. Алиса, шкаф красный. Нихуя, блядь. Алиса, шкаф лунный. Хуяк, видали, блядь? И все работает, и... О, нихуя генерация прикольная. Слушайте, вообще топовый спавн. Нихуевая генерация, мне прям нравится. Глянь, типа... гля, нихуя себе. Глянь, кайфовая генерация. Я посрал. Самое лучшее поздравление с DRS у Джи Паблика С. Бля, я осуждаю этот СНГ Yellow, блять. Чекни сундук в новом данже. А что там, добавили сундуки? Ну, сейчас узнаем. Я не формал, кстати. Это нормально то, что мне ночью снился хуй Рафтина? Кейт Биоми Свамп. Так, ну давай, пожалуйста, найди. Нихуя себе. Так. Кстати, блядь, если координаты спавна это 0-0, то очень далеко. Блядь, охуенный свамп нашел, вообще топ, блядь. Привет, опять Питка. Охуенно. Прошу посмотреть наше уже четвертое видео за... Красивое место, нихуя себе. Блин, мне нравится, когда вот одинокое дерево просто. Так, ну ладно, опять лакейт биом свамп. Дай мне нормальный свамп. О, поехали. Дай нормальный свамп, блядь. Блядь, что-то на скринах я совсем другое видел. Чё, не обновили, что ли? А я думал, обновили. А, мангровое болото. Именно так писать. Мангр. А ну-ка. Манговое. А ну-ка, локейт биом. Сейчас. Локейт биом. Мангр. А, реально, мангровый свамп. Блять, а почему старые оставили? Нахуя старые оставили? Старые полная хуйня по сравнению с новыми. Так, тогда подождите, kill. Я тогда мангровое вот здесь найду. Локейт, биом, мангровая свампа. О, глянь, даже поближе реально, а ну-ка. О. Не, а нахуя? Ну все уже, блять. Как выглядит охуенно уже? Нахуя обычное болото тогда оставлять? Гля, чё это? Йоу, васап, я наконец-то потрахался со своей сводной мамашей. Так мечтал. КСТА, трахался на фоне твоего стрима. Теперь бля, ты кайф. У меня будешь ассоциироваться с этим всегда. А я вообще хочу, когда у меня будет Шрек, чтоб у меня вот так висел Уилл Смит. На заднем фоне. Так. Подождите, а почему иногда что-то такое само так происходит, я не понимаю. Глянь, и ветки начали гнить сами, странная хуйня какая-то. Копяу, по центре. Интересно, текстурку поменяли или мне кажется? А ну, тихо. Блин, я думал то, что воды побольше будет, если честно. Тут прям грязька, а водичку? А водичку? А как водичку-то, блин? Глянь! Ебать! Красиво. Подожди, а это что за биом числится вообще? Что это за биом такой? Саванна, ветреная саванна какая-то. Блин, по центре, ну хуй пойми. Слушайте, а это даже цвет воды не болотистый. Цвет воды этого теплого океана.
Это что, будут разные вообще болоты? Слушайте, но если сравнивать вот это, где есть водичка, и где водички нету, то мне нравится, где есть водичка, потому что тут, ну, прям слишком густо. Но знаете еще в чем прикол? Тут мне нравится, что перемещаться все равно можно. Ты сверху смотришь, тебя пугает, а когда внутрь заходишь, прям кайфово. Давай так, если не дашь про... Слушайте, мне кажется, это один из самых охуенных биомов, я сейчас вот так задумался. Я себя чувствую сейчас в данже. То есть, вроде как, я могу пойти куда угодно, но у меня зрение по большей части перекрыто. Далеко я не могу смотреть. И, блин, вообще кайф. Вообще кайф, реально. Глянь, где-то все-таки водичка внутри есть. Надо либо что-то перепрыгнуть, либо обойти, либо ветку перелезть через верх вот так. Вот это прям очень здорово. Гляньте, вот тут вот так вот пройти. Вообще кайф. Знаете, что было бы прикольно? Если бы тут на полу блоки были бы, и надо было бы еще на shift пригинаться, типа под веткой вот так вот пройти. Вот если бы я вот здесь вот мог бы, ну, условно проползти, блядь. Вообще было бы топово. Вот так вот, типа, залезть и вот так проползти. Год хватило мне для взлета, да надо. Что такая, что такая, реально? Привет, а можно мне... Короче, смотрите, с внешней стороны мне больше нравится вот это. Ну, просто симпатичнее выглядит. А, ну, я даже хотел бы сначала сказать, что за говно, потому что, ну, слишком как-то густо, непонятно. Но смотрите, когда ты сюда входишь, да, вот, допустим, приплыл. Приплыл, на берег выходишь и такой, ебать. Вот как будто что-то неизведанное впереди, как будто прям пройти невозможно. Но чем ты ближе идешь... тем ты больше понимаешь то, что это все возможно пройти. Гляньте, обходишь вот так вот эту хуйню всякую. Очень круто. Привет, купил, прохожу на... Гляньте, тут еще вот такая вот грязька встречается. Вообще охуенно. Бля, вообще охуенно, мне очень нравится. Кайф. Слушайте, подождите, а все-таки тогда генерацию этих деревьев сделали или нет? Сейчас, давайте я попробую его вырастить, ну где-нибудь, да даже вот в пустыне я бы вырос. Я бы вырос бы в пустыне, ага. Глянь, они прям корни эти в другие биомы вот так выходят. Охуенно. Так, а ну-ка, сейчас. Смотрите, я сейчас попробую вырастить это дерево на одном блоке. Интересно, что получится. Я с корнями выращу или с корнями только генерируется? Не, ладно, не на одном блоке. Вот так, на всякий случай. Так. Привет, пятерка. О, я отправлял тебе подарок на ДР. Надеюсь, ты когда-нибудь заберешь его с почты. Так надо Кате написать трек номер. Тьфу, блять. Надо Кате написать. Кате, напиши. Вот, а она мне перешлет. Я бы сегодня бы мог забрать. Блин, вообще кайф по центре. И гляньте, именно то место, где я саженец ставил, там еще нету. Ты че? А ну-ка. А ну, смотрите-ка. Бля, охуенно вообще. Блин, ну это прям что-то новое. Меня бы бесили эти деревья, если честно. Это самые гриферские деревья. Ну потому что, блядь, ты приходишь, вот этот саженец один сажаешь в чем-нибудь городе, и все, блядь. Ну это еле... А, не, подожди, а вдруг не еле-еле? А ну, оно горит, все. Чё, блядь? Хватило. Обратный летят, компас? Донаты летят, как из пулемета. Это обратный компас? Всем привет. Глянь, какой-то обратный компас. Он просто показывает противоположную сторону. Нихуя себе. Негативный компас какой-то. Прикольно. Не, надо поподробнее о нем узнать. Слушайте, подождите-ка. А к магнетиту он примагнитится? Или он опять как бы отмагнетитится? Нет, он примагнитился к магнетиту. Нет, подожди, блядь. Как-то... А-а-а! А-а-а!
А, блядь. А. Интересная хуйня вообще. Ну, я уже понял, чем я буду кликбейтить ролик, нихуя. Очень круто. Так, я хотел попробовать, вот, допустим, у меня такое дерево посадили. Раз, два, три, четыре. Ну, вот, допустим, вот так вот пять и вот так шесть. Сгорит полностью или нет? Гля, ну, походу, горит пока. Привет, попка. А. Купил проходку на SP5. А. Пишет какая-то Соня по поводу троечника с Астером. Но мне нахуй не нужна ее пизда. Мне нужна проходка и передай привет из-за Гитлери. Год хватило. Да, нормально, можно сжечь. А подожди, а если два? Один сюда, допустим, а второй вот сюда куда-нибудь. Не, наверное, надо каждую ножку все-таки поджигать. Не, тогда я 5 чирков сделал. Слушайте, мне так еще нравится, знаете что? А подожди, а вот смотрите. Вот если я сюда его посажу, вот оно как бы вверх вырастет, а корни-то вот сюда должны пойти. И что будет? Ага. О, глянь. Ага. Нихуюмбус. Так, а ну-ка, еще раз. Вот, вот здесь, допустим. Ой, блядь. Да, тяжелее прям идет. Угу. Глянь, ну все равно корни касаются. Охуеть. Охуеть круто. Короче, что я придумал? Реально негативный компас место смерти показывает? Ну, во-первых, нахуй ты заспойлерил, а во-вторых, я в ахуе. Очень круто тогда. Правда, дисбаланс, но круто. Так, смотрите, что я придумал. Каждый раз практически происходит 4 корня, которые друг с другом можно соединить. И получается, как бы, домик, блядь. Ну, ты, это как будто саженец, это переносная палатка. И можно домик себе сделать. Нихуя, я бы даже, знаете, что бы сделал? Конкурс. Кто из саженца сделает себе круче домик? А ну-ка, а ну. Мне вот нравятся домики из грибов. Ну вот тут вот тоже что-то вот в этом роде, смотрите. Ну, стенки некоторые готовы. Ты просто должен это как бы закончить. Так, где у меня вход в дом будет? Вот здесь, блядь. Гля, топ. Разъебикс. Разъебикс, деревья топчик. Слушайте, ну ладно, давайте этот, как его, локейт. Deep, как там? So deep inside, как это называется? Deep dark? Не. Ну ладно, deep dark, окей. Наверное, я там найду. Ancient City, да, надо было бы набрать. Че? Ладно, давайте Locate Ancient City. Так, мне сказали, что тут что-то я должен увидеть новое. Какой-то сундук новый увидеть здесь. Че? Че, что-нибудь поменялось? По ощущениям, как будто заразы больше стало. Вот этой вот хуйни заразки больше стало. Может, перебалансили опять сундуки? Глянь, пузырьков с опытом прям много. Подожди, это теперь всегда так будет? Ага. Шарды, блядь. Шарды это же осколки, типа. Эхо-шарды. Блядь, так вот оно, да? Вот оно, походу. И ты типа сможешь отслеживать эхо своей смерти, что ли? Год хватило, мне для взлета донаты летят, как из пулемета. Слушайте, помните, я говорил то, что нужен эксклюзивный лут? ВК. Да-да. То, что должен быть эксклюзивный лут. И вот он получается эксклюзивный лут. Который только здесь можно добыть. Вот это интересно. Интересно, а по-другому эти осколки, кроме как из сундуков, же невозможно добыть? Интересно, нихуя. Глянь, прям этих много очень шардов. Прям что-то дохуя шардов.
Слушайте, я не знаю, это может быть мне так повезло, но заразы прям больше стало. Вот прям... Прям чувствуется, что ее больше стало, этой заразы ебаной. Ага, здесь нету этих шардов. Слушайте, такое чувство, что, смотрите, вот этот кристалл оброс вот этой хуйней. Бля, как будто так и есть, на самом деле. Блин, прикольно, шарды, блядь. Я чё, на Prison Eve, что ли, чтоб шарды собирать? Чё-то, блядь. А, ну, блядь, надеялся я, конечно, на что-то другое. Но и так нормально, ладно, пусть будет. Так, ну пойдем теперь читать по обновлению. Интересно, мне жалко, но я хочу узнать. Давайте попробуем. Неужели опять мир сдохнет, как только я телепортнусь в мансион? А ну-ка. Ага, 3000. Все? Блять! А, не, смотри. Не, работает или нет? Я не понял. Да, все прогружается, глянь. Копяо. Все, они пофиксили этот бэх. Так, а ну-ка, сейчас, подожди. Где вход? А где вход-то, блядь? А где вход-то, блядь? Ага, все, окей. Сейчас, подождите-ка. Я хочу найти... как искать... Ага, вот за этой стеной по звуку уже услышал, но сейчас еще посмотрим, потому что тут тоже какая-то тюряга онлайн. Ага, это не та тюряга онлайн. Тут прикольно. О, здорово, это то, что мне надо? По звукам то, что надо, но нету. Так, оно. Где-то вот... Ага, вот они. Так, смотрите. Тут три... Тут 4, 5, 6, 7, 8. Это на только в одном месте. 8 штук можно найти и домой притащить. Подождите, по звукам еще... О, еще одна комната, тоже на первом этаже. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20. Это вообще самая удачная комната, везде по 3. Так, о, подожди-ка, а что это такое? Я таких комнат мало видел. Хуета, блядь. Так, подождите, а на втором этаже может быть? Не, то, что если бы я здесь уже 20 штук нашел, это вообще охуенно. Ну да, походу больше не будет. Видимо, они, может, только на первых этажах появляются. Но по звукам их изи найти вообще. Они вот это вот звенят через стены, и все, охуительно. Ну да. Короче, видимо, только на первом этаже можно искать. Так, окей, поехали к списочку изменений. Так, группа мистера Ганаки. Открываем, поехали. Так. А, подожди, глянь. Ничего себе. Так, давайте опять локейт биомангра свомпсы. Ой, ну ладно. А ну-ка, сейчас посмотрим еще. 21? Так, а ну-ка. Не, это какая-то хуевая генерация. Так, на скриншоте, короче, увидел, что новая лодка. Надо найти. Новая лодка с сундуком. Странно. Вроде профиль открыт. Записи могут делать все. ЛС тоже открыто. Основная инфраструктура. Прикольная лодка с сундуком, на контрасте прикольно играет. Прикольно. Так, теперь поехали. Бля, на самом деле я не расстроюсь, если больше ничего не будет. Новый биом и компас восстановления. Так, сейчас, подождите, по-моему, потише надо сделать. Эту музычку еще громковато играет. Я себя на мысли поймал, то что я сам себя пытаюсь перекричать. Так. Значит, новый биом мангровые болота можно найти возле теплых и влажных биомов. Как обычные болота. Можно найти пчел... И белых лягушек. Кстати, лягушек я там не видел. А вот пчел дохуя там реально. Так, пол биома покрыт слоем грязи. Здесь растут мангровые деревья. Слушайте, а где светлячки, кстати, нахуй? Мне вот интересно, вот грязь, если копнуть... А, там обычная земля будет, да? И так везде, да? Просто на один блок.
Слушайте, ну лягушек я чё-то не видел, это во-первых. Где лягушки? Я посетил несколько этих биомов, лягушек не было. Глянь, глянь, вот тут, ух, блядь. Ну реально кайфово, выглядит топово. Но лягушек нихуя нету, наебали. Опять наебали, блядь. Интересно, а то, что я дохуя пчел видел, это совпадение? Ну, глянь, тут обязательно, видимо, пчелы могут быть, да? Типа, 100%. Прикольно, но лягушек нихуя нет, наебали с лягушками. Не, реально, нет, лягушек не спавнится, блядь. Не, нихуя, наебка, с лягушками наебка, опять баг какой-то, блядь. Ну, хотя бы одну я бы должен был уже увидеть, сколько я здесь нахожусь. Есть, но мало. Не, мне нравится гораздо больше джунглей. Это реально, это не вторые джунгли. Это лучше. Через это хотя бы можно пройти. И какое-то есть на разнообразие. И надо применять искусство паркура, а не искусство зажигалки. Потому что с джунглями у меня используется только искусство зажигалки, блядь. Ого. Не, что-то лягушки я не вижу. Короче, пока я не увижу, не поверю. Все, хуйня. Так. Не, хуета, ну реально, ну были бы лягушки, алё, блядь. Алё, чебупица, где лягушки? Хуйня, блядь. А, во, подожди, обещали белых. Так это обычные болота, блядь. Ну вот в обычных есть. А почему здесь белые? Это типа считается прям очень теплым биомом? Блин, ну, если честно, вот если сравнить, да? А я думал то, что все болота поменяют на мангровые. Но это же, ну смотри, блядь, полная хуйня. И реально новый биом, который чувствуется новым биомом. Нахуя это оставлять вообще? Чё за хуйня? Белый! Блин, я реально, ну, блядь, я могу вот так вот летать по биому. Покажите мне хоть одну лягушку. Я увидел, как там лягушки спавнятся. Я увидел, как пчелки спавнятся. А где лягушки, блядь, белые? Не, короче, все нахуй, удаляем. Удаляем обычное болото. Я считаю, я даже голосование создавать не буду. Мне что-то подсказывает, что надо обычное болото удалять нахуй. Кстати, зацените интересное место. Здесь можно найти одновременно мангровое дерево, дубы, эти... тропическое дерево, березки и даже вот тут вот я спалил, кстати, может быть, мне показалось. Донаты летят, как из пулемета. А ну-ка, вот. Да спать. Поздравляю с прошедшим дру. В один день дру трех лучших людей тебя. Моей мамы и моей девушке осуждаю. Пста, можно медальку за участие во всех горячих точках? Три. Так. Телепортирую всех мобов к себе. А подожди, это по-моему... ТП собачка Е к пятерке. Блять, ну даже волки откуда-то взялись. Я не понимаю. Даже реально волки, понимаете? А лягушки, блять. Ну вот телепортировались вот эти вот лягушки уёбские, но написано же белые. Ну ладно, все, ладно. Справа? Они умерли? Где? Подожди, справа. Лягушка. Лягушка. Нихуя непонятно, блядь. Сейчас, подожди. Хуета. Все, не увижу, не уверю, не поверю. Ладно, поехали дальше. Значит, добавлены мангровые деревья, растут в новом биоме мангровых болот. Можно вырастить из мангрового отростка на суше и в воде. Ох, стоп, подожди, нахуй, я в воде не выращивал. А ну, смотри, вот, ну тут я предполагаю, что вот здесь вот я выращу, да, тут одна высота воды. Так, а ну-ка, сейчас. Сейчас. Сейчас.
Мое почтение, нихуя. Так, подожди, а теперь глянь. Вот когда два слоя воды. А ну-ка. О, тоже сработало. Гля. Ладно, давай три слоя воды. Вот здесь вот сейчас посажу. Ой. Ой. Глянь! Даже в трех слоях воды растет. Мне вообще похуй, я уже даже не буду считать, сколько слоев воды, а вот здесь. Еще ниже давай. Кайф. Мне очень нравится. Вот это кайф. А, глянь, глянь. Вот это уже все. Да, это я уже переборщил. А, так вот они зачем сделали, чтобы листва наполнял. А, показалось. Так, ну ладно, я попробую. Ну реально, может попробовать. Вот здесь, но привет, это прям уже жесткая глубина. С прошедшим днем рождения. Это неправда. Я купил проходку на СПБ. Написал в группу решетка СП, не отвечают 2 часа дня. Так и не должны вроде. Гля, копяво. 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 Ну я Гену задрючу, кстати, надо уже, ну по СПБ надо бы. А вот, ну вот, блять, вот здесь сейчас я посажу. Но тут же, ну, тут она не должно вырасти уже. Тут, может быть, по краям что-то мешает. А ну-ка, давай. Ну, вот, допустим, вот здесь. А, давай. Наверное, надо еще... Места, куда корешки должны присоединяться. Поэтому, наверное, не растет. Да-да-да, это, скорее всего, не от высоты зависит, а из-за того, что просто некуда корешкам разойтись. Я корешок. Полностью под водой вырастил. Копяо! Полностью подводное дерево. Охуеть. Охуеть. Очень круто. Так, давай по Некселю. Добавлены мангровые деревья. На дереве может оказаться пчелиный улей. Это типа всегда? Это априори такая хуйня? Знаете, что я понял? А, наверное... Не, ну может быть, если они так планировали, то это круто. Короче... Это дерево, с которого можно зафармить пчел, но при этом это самое сложное дерево, чтобы его потом срубить. Шарите? Ты меняешь легкость получения пчелиного улья на сложность ломания потом этого дерева. Гля, какая хуйня гигантская. А ну подождите, вот сейчас. Вот я обычный игрок, но это одно из самых гигантских деревьев. Вот. Я, смотрите, я подожгу здесь на уровне глаз, здесь, здесь и здесь. Вот что сгорит. А мне тем временем, кстати, Старио задонатил 1000 рублей, нихуя себе я его забайтил. С дуба можно улей получить, но надо сажать рядом цветы. Вообще, самый легкий фарм с березок, потому что их легко ломать. Ты просто сажаешь цветочки и потом сажаешь в ряд березки. Не в ряд, а, наверное, через один. Все, прощен, Старио прощен. Слушайте, вообще нормально, если оно сейчас все сгорит, то я и не против. Я сделал 4 чирка, это вроде нормально. Так. Блять, по-моему, не сгорит. Я черкаш. Пожалуйста, сгори. Блять, ну короче, уже осталась хуйня. Но это можно еще сломать, там, допустим, руками, да? Ну, у меня была еще идея вот так по центру подпрыгнуть и поджечь, но я не уверен. Сейчас, может быть, все полностью сгорит все-таки.
походу, надо было еще пятый. Надо было пятый. Год хватило, мне для взлета, донат или... Ты сгоришь или нет сегодня, блядь? Да-да-да-да-да, хорошая идея, ну-ка. Ну просто попробовать. Чё получится-то? А вдруг реально корни до самого низа дойдут, охуеть? Блядь, ты просто посмотри на перевод. А я видел еще на прошлой неделе, мне Гена сообщал. Я ничего против не имею вроде, сейчас... Если остался с прошлой недели... А как его зовут? Как его? А, вот он. Нотик. Да пусть будет, блядь. Я писал об этом пост. Ну, мне понравилось... Мне больше нравится спешек, но нотик тоже неплохо, блядь. Пусть будет нотик. Ну, он любит ноты, блядь. Нотные блоки любит. Ой, блядь. Ну и пошел ты нахуй тогда. Так. Я тогда же ротик. Ага, глянь, все-таки не будет расти. Видимо, если корни невозможно пустить куда-то в ближайшее место. Хуй пойми, подождите, тут признание. Тут этот, признание. С днем рождения! С днем рождения! Это признание. С днем рождения! А, уже 12 ночи. Пошел ты нахуй, долбоеб, блядь. Еблан какой-то, сука. Кек. Жирный, блядь. Похудел он, блядь. Как был жирным, блядь, так и остался нахуй жирным, блядь. Долбоеб, блядь. Мне нравится. Спасибо. Спасибо, приятно. Я в Майнкрафт, блядь, играю. Спасибо, приятно. Ладно, тогда у меня последний тест. Смотрите. Саженец здесь, а земля ближайшая на один блок ниже этого саженца. То что будет? Тоже нет. Охуеть. Подожди, ну ладно, чисто для проверки. Нет? Что за... А какая ему нужна площадь, блядь? Да, на один блок нельзя выше. Ну и хуйня. Так, алло, Нотик, Абогус, а ну-ка, ты должен же ко мне... Не, им мозги, видимо, вряд ли починили. Вряд ли. Так, давайте вот это самое интересное. Новый предмет, осколок эха. Ну, можно найти в сундуках в древнем городе. Используется для крафта возвратного компаса. Новый предмет, возвратный компас. Можно скрафтить из компаса... посередине и восьми осколками вокруг. Ага. Я понял. Указывает на последнее место смерти игрока. Если вы погибли в другом измерении или еще не умирали, компас будет хаотично вращаться. Нихуя. Не, ну чуть-чуть имба, но прикольно. То есть... По сути, это тот предмет, который по большей части нужен для того, чтобы не лежать в инвентаре у человека. Задумайтесь, блядь. Он же нужен как раз-таки после того, как ты умер. Он не нужен тебе до смерти. Прикольная хуйня, вот эта вот идейка такая. А потом ты его типа берешь и идешь ищешь, где ты сдох. Ну, неплохо. Ну да, кстати, да-да-да, чтобы исключить координаты, было бы неплохо. Я навсегда хотел на СП отключить координаты навсегда, нахуй. Прикольно. Прикольно, ну хоть что-то. Нет, вообще это прикольная тема, то что он по идее, ну, каждому понадобится. Мне просто интересно еще, знаете что? Вот смотрите, вот он в сундуке лежит. Я, блядь,
Мне легче, наверное, будет объяснить. Кстати, добавили две ачивки с LM, что получить командой. Slash Advantment Grand Собака P Everything. Ну, спасибо. Я хейтер мини-кошки. Лайк, если всплакнул, некер. Смотрите, вот в сундуке он лежит. Допустим, этот чел сдох. Он берет себе его. Он его подержал. Компас начинает показывать определенное место. А потом он побежал, но оставил вот этому человеку. Ему какое место будет показываться? Его личное место смерти последнее. Блин, ну вообще прикольно. А ну-ка, сейчас, давайте я попробую скрафтить. Ну, я уже как бы знаю крафт, но хочу посмотреть. Верстак. И компас. И шарды, осколочки, шардочки. Так, получается, хуяк. И я типа сделал вот эту линию, да? Ну, блин, вообще прикольно. А подождите, а из этих осколков нельзя никакой там блок больше сделать? Не, вообще один из самых прикольных предметов по красоте, если честно. Такие какие-то... Как будто осколок портала Вент. Прикольно. Смерть последнего игрока, который держал компас. То есть, смотри, если я... Блять, мне кажется, нет. Сейчас. Как это называется? Чё, блять, откуда ты нашел нахуй это? А ты, кстати, на нарезке и в гехе дослушь. Смотрите, значит, в чате чел написал, но это надо проверять с Геной. В чате чел написал то, что показывает этот компас, показывает последнее место, ну, я даже думаю, не в рамке, а вот так вот, если его кинуть. Надо проверить, вот, чтобы Гена сдох здесь, а я сдох здесь. А, он не показывает в формате выброшенном. Или показывает? Не показывает. Не, тогда ладно, тогда окей. Он показывает, как будто он просто крутится, а вот если его, видимо, человек возьмет, тогда будет нормально показывать. Вот смотрите, зацените, у меня в руках, и вот там это разные вещи. Так. Блин, ну прикольненько, сейчас, смотрите-ка. Set World Spawn. И... Вот здесь скинуть. И сдохну, короче, вот прям вот на вот этом песочке. Так, kill. Так, после этого я типа появился дома, захожу в сундук и... Не, вообще клево. Прикольно. Ну а так люди по координатам как бы ищут и не всегда могут найти. А сейчас у тебя есть запасной вариантик пойти забрать эти вещи. Неплохо. Так и тем более, знаете что? Чтобы получить вот эту штуку, которая, по сути, в каком-то плане спасает от смерти, тебе надо пойти сначала на верную смерть в том биоме, в котором это самое, ну, самым сложным биомом является. Вообще, вроде охуенно, вроде балансно даже. Но это надо именно и в игровом процессе проверять. Ну, блять, вроде норм. Так. Возобновляемая глиночка. Глина! Так, разместите грязь на какой-либо блок... А снизу расположите копельник. Со временем грязь станет глиной. Ну, то, что я проверял. То, что было в трейлере, и в итоге не было. Блять, чё, думаете пробовать, а? Разместите грязь на какой-либо блок, а снизу расположите. Короче, ебать. Ебать. Я извиняюсь за мат, кстати. Опять вчера начал думать, то, что я слишком много мутюкаюсь. Но мне просто сама идея вот такого взаимодействия нравится. Блин, а можно узнать, это быстро произойдет или не быстро? О, нихуя, блядь! Я только отвернулся. Нихуя себе. На ваши данные. Так быстро? Блядь, LA как был ебланским куском хуйни на джаве, так и остался. Ну, надеюсь, переделаю. Предлагаю создать фидбэк, чтобы добавили красивую анимацию.
и нормальный функционал. Не, функционал-то есть, ему надо нормальную реализацию этого функционала. Но можно, можно попробовать. Можно попробовать, да. Не, мне кажется, они-то знают. Они знают, если они там смотрят каких-нибудь зарубежных обзорщиков. Ну, я не верю, что я один заметил, блядь. Глянь, прям капает. Ебать! Подожди! Так получается... Наберется же водичка? Сейчас, наберется же водичка по центре, я не помню. Вот этот лайфхак же работает. Смотрите, что я... Ах, блядь, нихуя. Знаете, что я подумал? Сейчас, а ну-ка. Да отъебись ты, блядь, заебал ты уже! Все, козел, пошел нахуй. Не, кстати, может быть, он поумнее стал, потому что он хотя бы ближе... Ближе подлетает ко мне. Сейчас, подожди. Смотри, раздатчик. Раздатчик мы наполняем водичкой. Сейчас, вот обычная бутылка воды. Смотрим, проверяем. Да, работает, да? А если в раздатчик? Бля, пожалуйста, пусть... Привет, это я, твой хер. Я вижу, ты совсем на меня забил. Когда ты уже окунешь меня во влажную и скользкую вегину Сонечки. И не важно, что я всего лишь 7 сантиметров. Вегина. Я хочу порвать матку твоей девушки. Ужас. Так, смотрите. Заберет ли водичку? Блять! Не, я подумал то, что таким образом можно выкачивать воду и потом опять заменять на грязь. Так, ну, просто цикл нормально сделать. Большое спасибо. Блин, вообще прикольно. Зачем эта фигня, если есть 2 на 2 вода бесконечная? Чтобы прикольно было, чтобы был круговорот воды в природе. Я бы хотел бы сделать круговорот воды. Не, видимо, придется, знаете что? Чё? Значит, как это будет работать, по моему мнению? Но это навскидочку, это примерно. Значит, будет идти вот такая система из раздатчиков. Так. Допустим, 5. Потом вот так вот. Угу. Вот, будет такая штука. Ты приходишь, здесь корень вот этого дерева, блядь. Вот такой корень. И в нем водичка. Наверное, это так будет работать. Вот, в нем водичка. Ну, чтоб не разливалась никуда, чтоб заебумбикс было, да? Вот, ты пришел такой, чисто на кайфе. На чили, на расслабоне. Берешь бутылку воды. А где она? Вот. И вот так вот забиваешь бутылками воды себе инвентарь. Подходишь в выживание. И вот так. В какой-то момент они сейчас начнут из меня выпадать. И прям в раздатчик лететь. Ну, не в раздатчик, но вы поняли, куда. Ага. Надо макрос написать. И оно потихонечку, смотрите, здесь, и вот сюда, до сюда сейчас доедет. Вот, уже доезжает, все. Оно таким образом потихонечку здесь распространяется. После этого вот тут вот такая вот хуета находится. Сейчас. Ой, не-не-не, мне нужна грязька обычная. Обычная грязька. Ну вот, допустим, рабочий блок. Вот такой будет. Мне кажется, так. Но это тогда полуавтоматическая. Я бы хотел бы полностью автоматическую. Глянь. Хуяк. Все. Потом оно сейчас покапает. Оно капает, превращается в...
Будем надеяться, что нас ждет что-то невъебически крутое. Ну пока, шардов, да. В сундуках много. Явно не только ради одного, да, компаса. Кстати, да. Все да, так да. И надеюсь, что в новом данже портал и активатор, например, крафтится да, с шардов. Потому что, смотри, они чаще всего именно базируются либо на прохождении в соло игры в одиночку, либо, ну, на этом, на как его... Как называется, блядь, я забыл. В Реалмсе. В Реалмсе до 10 человек. Получается... Получается, их все равно там слишком много, реально. По 8 человек. Это можно один данж этот посетить и больше никогда туда не ходить. Они будут часто генерироваться. По сути, эти осколки нужно, чтобы с них еще что-то можно было бы делать. Я бы хотел, чтобы из них какие-то очень красивые блоки можно было бы делать. Сам блок, где он? Ну, вот этот вот просто deep anal блок, я забыл, как он называется, он сам по себе красивый. Но чтоб еще более красивое что-то. Год хватило, мне для взлета. Не, вообще кайф. Вообще кайф. А потом сделать так, чтобы, ну, просто поршнем отсюда убиралось, и новая грязька, допустим, ставилась, и все, заебумбикс. Но это кайфово, это сразу... На одном месте можно получить два разных вида блока. Если ты не хочешь глину... Блять, я просто вспоминаю, мы однажды хотели построить, ну, и вообще построили, правда, там чуть-чуть из креатива взяли, гигантскую общагу кирпичную мы строили. И мы заебались просто глину искать. А сейчас то, что есть такой не очень простой способ, как бы, найти глину, и при этом с использованием старых, как бы, из предыдущих обновлений предметов, и крафт необычный, а надо именно ставить и ждать, это охуенно, короче, это супер лайк. Так, возобновляемая глина, окей. Хранитель теперь злится на всех мобов, которые столкнулись с ним. Раньше только на игрока. Вроде на бедроке всегда со всеми мобами он злился. Так, новые достижения. Просто так, заставьте Элея доставлять вам предметы. А, ну я понял. Или только раз в году заставьте Элея бросить торт на нотный блок. Прикольно. А почему вчера это обновление не вышло? Извинитесь, пожалуйста, нахуй. Я для тебя нахуй шутка какая-то, что ли, блядь? Вот. Это что, чисто прикол какой-то? Угу. Случайно наткнулся на его канал, давно подписался, вот он забил. Короче, зацените, что он сделал, блять. Но это не он сделал, он вроде говорит, что так какие-то челы сделали. Такая охуенная тема. Сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля, тут что-то базарит. Короче, зацените, что он сотворил. Такие хуйни и раньше существовали, но сейчас, но это какая-то новая эра. Короче, смотрите, структура, прикол такой, что если бы ты вот так вот, он там далеко-далеко положил редстоун, то он, то есть, уходит куда-то, потом куда-то возвращается, и какую бы ты цепочку ни делал из редстоуна, из дверей, там, из чего угодно, задержка будет происходить, понимаете? Ну, типа, условно, ты куда-то увел вот этот вот сигнал, да? Ты его увел, 15 блоков прошел, потом тебе надо удлинитель поставить. Потом опять типа 15 блоков прошел, опять удлинитель надо поставить. Потом развернуть, да, куда-то. Но это если прям на длительные, на прям огромные расстояния переносить. И, короче, смотрите, в чем прикол. В том, что, типа, если я нажимаю, какая-то происходит задержка. Видите, да? И теперь зацените, что он сотворил, блять. Что он сделал. Какая-то хуй пойми какая система, которая, я уверен, что нагружает сервер, потому что, видимо, она постоянно сама себя прогружает. Я не могу поверить то, что она никак вообще сервак не нагружает. Короче, скриньте, блядь. Ну, он тут рассказывает, что он у того чела что-то на канале нашел, потом они с ними там познакомились. Он только здесь тыкает, и сразу здесь мигает лампочка. Заметьте, куда уходит. В зону прогрузки, блять, эта хуйня уходит. Вот туда же, за зону горизонта. Я вообще охуел.
Ну, условно, я вам объясню. Помните арену на SP4, то, что мы нажимали кнопку, и у нас эти кубики крутились, да, на арене? Вот, это все долго происходило через задержку, как минимум потому, что от точки нажатия кнопки надо было сигнал сначала хотя бы довести. А здесь это происходит моментально, блядь. Я просто охуел. И глянь, он еще показывает то, что на протяжении всей дороги каждый поршень, посмотрите, сколько поршней, каждый поршень тоже одновременно срабатывает. Я охуел. Видите? Гляньте, оно докуда идет. Ну, это типа можно на любое расстояние делать. Я просто охуел, просто хотел с вами поделиться, увидел. Я в ахуе был. В ахуе, все. Вот, ну это так, я вам чисто показал, все. Больше вам нечего показывать, реально. Я, кстати, Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау-ау!